Конкурс «Дети читают стихи. Город Чудово». Яковлева Виктория, 10 лет. Прочтет стихотворение Николая Алексеевича Некрасова «Соловьи». Качая младшего сынка, крестьянка старшим говорила: «Играйте, детушки, пока, я сарафан почти нашила. Сейчас буренку обрежу, коня навяжем травку кушать и вас в ту рощицу свожу. Пойдем соловушек послушать. Там и что в кузове груздей. Да не мешай же мне, проказник, у нас нет места веселей. Весною дети каждый праздник по вечерам туда идут, и стар, и молод. На поляне девицы красные поют, гутарят пьяные крестьяне. А в роще, милые мои, под разговор и смех народа поют и свищут соловьи, звончи и слаще хоровода. И хорошо, и любо всем. Да только, Клим, не трогай Сашу. Чуть-чуть соловушки совсем не разлюбили рощу нашу. Ведь наш топурский соловей в цене, тут много их ловили. Ну, испугались осетей, да мимо нас и прокатили. Пришла, рассказывал ваш дед, весна, а роща как немая стоит, гостей залетных нет. Взяла крестьян тоска большая. Уж вот и праздник наступил, и на поляне погуляли. Да только праздник им не в праздник был, крестьяне бороды чесали. И положили меж собой, умел же Бог на ум наставить, на той поляне, в роще той, сетей силков вовек не ставить. И понемногу соловьи опять привыкли к роще нашей. И нынче, милые мои, и места нет любей и краше. Туда с сетями сколько лет никто и близко не подходит, и строго-настрого запрет от деда к внуку переходит. Зато весной весь лес гремит, что день, то новый хор прибудет. Под песней их деревня спит, их песня нас поутру будет. Запомнить надобно и вам, избави Бог тут ставит сети. Ведь надо ж бедным соловьям дать где-нибудь и отдых детям. Средний сын кота дразнил, меньшой полз матери на шею, а старший с важностью спросил, кубарь пускай перед ней. А есть ли, мама, для людей такие рощицы на свете? Нет мест таких, без податей и без рекручины нет дети. А если были для людей такие рощи и полянки, все на руках своих детей туда бы отнесли